Добрый день, меня зовут Диляра, я из города Ульяновск, мне 24 года. Мои родители чистокровные татары, у нас есть такое подразделение, как мишары. Ата ананын тынлаган, эдем булган, тынламаган, эрем булган. Что переводится, кто маму и папу слушал, тот человеком стал, а кто не слушал, тот пропал. Поэтому слушайте, любите и берегите своих родителей.